Стоп, подождите. GTA 5 за 210 рублей? Не может быть. Это что, сон? Нет, ведь на SourceBuy самые низкие цены. Ты сможешь купить самые крутые игры по самым низким ценам. Отзывчивая поддержка, реферальная система, система промокодов, а также многое другое только на SourceBuy.ru. Ссылка в описании. А сегодня, чтобы оказаться в топовой рамке в моем видосе, вам необходимо написать креативный комментарий. И если под этим комментарием не будет ни одного ответа на протяжении 10 часов, то комментарий 100% попадает в видос. Всем привет, друзья, с вами как всегда Донни, и сегодня у нас реальная жизнь в GTA 5. Ну что же, мы наконец-то с Джессикой вернулись из нашего свадебного путешествия. Как вы помните, у нас недавно была свадьба, и мы ездили отдыхать в Дубай. И за весь отдых я снял всего одну серию, как мы брали в аренду Бугатти и пытались сделать арабский дрифт. Ну, потому что все остальные дни мы просто валялись на песочке, там купались, загорали, и ничем особо мы больше не занимались. И вот, друзья, мы наконец-то вернулись обратно в Лос-Сантос, и первым делом, чем мы занялись, мы решили переехать в новый дом. Мы уже это планируем очень давно, мы уже выбрали дом, он находится буквально недалеко от нашего бывшего дома. И вот буквально только что мы вышли от риэлтора, мы оформили все документы и теперь спокойно можем въезжать в наш новый дом. Осталось только перевести все автомобили, некоторые вещи из нашего прошлого дома, и можно спокойно наслаждаться нашим новым домом. Так, ну что, поехали, Джесс? Поехали. Так, сегодня мы приехали на Audi RS6. Давно я уже не катался на этой машине. Как-то в последнее время все на Range Rover катался, так... Джесс, ты где? Джессика села, и мы, друзья, выезжаем. Так, пропускаем сейчас машины. Так, отлично, все пропустили. Выезжаем вот так вот, сдаем назад и... Ребята, поехали. Дом находится опять-таки на Беверли-Хиллз. Из него, скорее всего, даже видно мой прошлый дом. То есть там вообще расстояние очень маленькое, но в принципе это не проблема. Там, друзья, просто обалденный дом. У него есть одно большое отличие от моего прошлого дома. Ну, сегодня я вам все покажу. Так, мы... Так вот втапливаем, поехали. Аккуратненько. Ой, как-то я вообще отвык от RS6. Какой-то у нее радиус поворота, что ли, больше. Даже я особо не понял сейчас. И, кстати, друзья, вот мой бывший дом. То есть там еще даже мои машины стоят. Я их пока еще не перегнал. Но это я сегодня все еще сделаю. А мы так вот втапливаем. На красный проехали, ладно. Этого никто не видел, думаю, да? Так. Сейчас мы так вот направо повернем, и там уже наш дом будет. В принципе, да, его даже видно. Вон, ребятки, он справа. Он в виде замка, прям вообще топовый домик. Так, ну что вы, что вы, что вы тут? Мне бы направо, конечно, поэтому я думаю, что я поверну. И мы уже почти на месте. Так, тихо. RS6, что такое? Я что-то как-то отвык вообще от габаритов. И от мощности этой машины, друзья. Вот, теперь это мой дом. Вы просто на это посмотрите, обалдеть, реально замок. Вообще стиль классный, а парковка, вы только гляньте на это, то есть прям такой подъезд, то есть можно подъезжать сюда, вообще топово, просто топчик, друзья, балдею, просто балдею. Так, мы выходим, сейчас я вам здесь все покажу. Значит, здесь есть гараж на две машины, давайте я вам покажу. Так, мы заходим, и вот, друзья, целый гараж на две машины, реально, то есть, ну, похожий гараж у меня уже был в моем прошлом доме. Так, что у нас здесь есть еще? Мы так вот сейчас ускоряемся. Есть одно большое отличие, друзья, это... Теннисный корт. Целый теннисный корт на моем участке. Вы просто на это посмотрите. Вообще классно. Джесс, я думаю, что мы с тобой будем часто играть. Джесс, ты где? А, видимо, Джесс там смотрит на бассейн. Окей, ладно. Я думаю, друзья, что потом мы сюда еще позовем и Джонни, и Диего, и просто поиграем с ними в теннис. Это же круто. Личный теннисный корт. Вообще классно. Вообще просто тащусь. Давайте мы еще посмотрим, что у нас есть на территории, а уже потом я схожу внутрь нашего дома. Так, ну, здесь есть бассейн и джакузи. Джесс, елки-палки, ты же в одежде. Ты чего? Подскользнулась? Ну, хотя бы не ушиблась. Ну, хорошо, что нет. Тогда иди переодевайся, потому что вся мокрая теперь. А мы дальше смотрим наш дом. Ну, здесь явно владельцы бывшие за собой не убрали. Ладно, потом разберемся. У нас, друзья, есть джакузи. Отлично. Так, идем дальше. Ну, в принципе, здесь уже ничего нет. То есть, участок большой. Да, согласен.
Это вообще круто. Особенно теннисный корт, это вообще топчик. Так, ну а теперь думаю, что можно идти домой. Сейчас я вам покажу, что у нас внутри. Так, у нас все прогрузилось. Ну, друзья, как-то вот так. Я считаю, что очень даже неплохо. Очень даже классно. Все, знаете, в таком старом стиле, что ли. Но получается у нас как бы дом сам по себе в стиле замка. И внутри, я так понимаю, что тоже такой, знаете, старый стиль. Но, в принципе, смотрится прикольно. Я думаю, что в сами комнаты я заходить не буду. Что у нас там? Здесь у нас просто гостиная, да? Ага, я понял, хорошо. Ну да, можно, в принципе, здесь с друзьями тут посидеть, пообщаться, или же просто придумывать новые планы, новые бизнесы. Здесь даже, знаете, можно лечь, как на приеме у психолога. Ну, конечно, я думаю, что мне психолог не нужен, но сама по себе вещь очень даже прикольная. Окей, ладно, давайте, я думаю, что мы сейчас все машины перегоним в наш новый дом от нашего старого дома. Так, окей, все, мы вышли, пошли. Здесь я думаю, что мы пешком дойдем, потому что я... чего? Закрыто? Окей, ладно, просто пока у меня ключей нет, я думаю, что потом я у Джессики их возьму, открою эти ворота и будем уже спокойно ходить с этого входа. А мы, друзья, пока ускоряемся и бежим к нашему старому дому за нашими машинами. Здесь, интересно, можно как-то пройти? Я думаю, что можно, да? Наверное, вот здесь. Да, можно, отлично, вообще супер. Прямо вот буквально пару минут, и мы уже около нашего дома. Так, нет никого? Нет никого, отлично. Так, мы ускоряемся, ускоряемся. Давайте, я думаю, что мы сначала перегоним кайман нашей девушки, да? Такой вот белый кайман. Отлично, садимся. Кстати, есть такой прикол, что в последнее время кайман стал барахлить. У него что-то с двигателем стало, я не понимаю пока, что с ним происходит. Но как-то вот Джессика рассказывает, что есть странные шумы. То есть, особенно если она стоит в пробках, то в пробках движок начинает барахлить. Но тебе что, места не хватает? О, господи, ладно. Я понял, хорошо. Поворачиваем здесь налево. Вот так вот мы даже боком, нифига себе. Какой он резкий, я даже от него уже отвык. Помните, вообще это была моя машина, но потом я подарил этот кайман Джессике. Успеем, интересно? Успели. Тихо-тихо-тихо. Опасненько вообще. Вообще прям круто, что у нас здесь тоже есть парковка на два места. И вообще, блин, прям целый подъезд к нашему дому. Конечно, я знаю, что здесь еще строится один дом, но когда он там еще построится? Так, отлично, все, паркуем пока кайманчик вот так вот. И осталось привезти только ровер. Отлично, и друзья побежали. Я думаю, что мы уже завтра, скорее всего, перевезем все оставшиеся вещи из нашего прошлого дома, откуда мы сейчас машины забираем. Вот, там буквально осталось там по мелочам, то есть пару телевизоров там осталось. Еще какая-то мебель, да и в принципе все. Так, все, открываются ворота, отлично, забираем наш ровер. Так вот. И, друзья, поехали. Думаю, что потом я еще куплю себе одну машину. Я хочу купить себе именно спорткар. Возможно, проект, то есть, чтобы потом закорчевать эту машину. Типа, знаете, как дрифт-корч какой-нибудь. Потому что у меня был... так, пропускаем сейчас машину. А, окей, я понял. У нас, помните, был Skyline R33, и, блин, я его, короче говоря, спалил. Решил я один раз на нем подрифтить, и просто сгорел движок. Это было очень печально. И вот сейчас я думаю, что мне купить. Вообще, я думал, типа, там, RS7 купить, или же Silvio, Nissanчик. Но пока, честно говоря, я так и не решился. Ребятки, я пока думаю, но, возможно, ребята, вы знаете какую-то машину поинтереснее, именно для корчевания, под дрифт. Супру не предлагайте. Потому что у Джонни есть, или у Диего, да, у Диего есть Супра, Супру я не хочу. Но если вдруг у вас есть какая-нибудь интересная идея, что же мне купить именно для корчевания под дрифт, то пишите в комментариях, и тогда я уже буду выбирать. Ну, в принципе, мы все машины уже перевезли, и, как я уже говорил, нам осталось перевезти буквально пару телевизоров, мебель, да и, в принципе, все. Мы можем спокойно уже жить в нашем новом доме, ну просто замок, обалдеть. Я вам пока еще не показал второй и третий этаж, но это уже...
уже будет, ребятки, потом. На этом я думаю, что мы эту серию будем заканчивать. Сейчас нужно просто уже обустраиваться. Мы буквально только что приехали с нашего свадебного путешествия и уже переехали в новый дом. У нас очень много изменений в жизни, и свадьба, и новый дом. Еще я собираюсь купить себе новую машину. И как-то я уже давно не был на наших бизнесах. Пора уже скататься, доглянуть, что у нас там вообще происходит. Друзья, на этом я буду эту серию заканчивать. Я очень надеюсь, что она вам понравилась и вы поставите лайк под этим видосиком. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!